Я всех приветствую, братья-сталкеры, с вами Димак. В этом видео я хотел бы поговорить об одном баге, который произошел со мной на одной из трансляций по аномалии. Вот, кстати, этот фрагмент. Не получится, Виктор. Здесь нет такой механики, чтобы стрелять по дверям. Дверь при этом откроется. Можно даже по петлям. Не откроется. Но через демо-рекорд я не пролечу, только с помощью режима разработчика. Видишь, пуля насквозь даже проходит. Пойду посмотреть, что здесь есть. Какой страшный. Ну да, вот документ я еще не взял. Декодер лежит. А что, так можно было, что ли? Так. А можно сказать, что это баг? Такого не было. Ни в одном из сталкеров не было такой фигни. О, чё? Это такого не было никогда. Я сейчас даже на стриме. Такого не было никогда. Я помню, я летал в этом. Стоп, там ствол валяется. А я его забрал. Где-то еще тут трупецкий был. О. Шо? Не понял. На этой записи трансляции видно, что я подлетаю к предмету через демо-рекорд и подбираю любой предмет. На данный момент, на тот точнее момент, я подобрал декодер, который лежал в госпитале в Припяти на номере 26. Весьма странный баг, но все же мне кажется, что это не баг, а фича. Поскольку в моде есть режим разработчика, скобочка, дебаг режим, я его, по крайней мере, называю именно так. И вот эта вот фича, которую вот я называю багом, должна присутствовать именно там. Скорее всего, разработчик что-то перепутал и случайно не добавил его в режим разработчика, а добавил в обычную игру. И поэтому я нашел этот баг совершенно случайно. Но все же он есть. Пользоваться им это уже, конечно... дело каждого, но вот такая вот фигня происходит в этой аномалии. Честное слово, я первый раз такое встречаю. Это очень странная фича. Но она очень прикольная. Она очень помогает в таких вот ситуациях, где что-то не дает открыться в двери, к примеру. Ну, скрипт там, наверное, какой-то сломался или еще что-то. Перезагрузка игры не помогает. Можно через демо-рекорд влететь в эту комнату и подобрать все предметы, которые в ней находятся. Было бы это очень круто, если бы это еще добавили в какую-то другую модификацию, где бы это тоже очень пригодилось. Но что есть, то есть. Я не знаю, находил ли кто-то подобные баги, кроме меня, но скорее всего были какие-то люди и тоже что-то подобное находили, но я, по крайней мере, никаких видео про вот это все дело не смотрел. Версия, кстати, аномалии бета 3.0 и последний апдейт, обновление 4.0 вроде бы там было. Вроде бы да, я устанавливал последнее обновление. Но скорее всего, как только будет выходить подобное видео, разработчик будет это все фиксить. Так что пока есть возможность, вы можете пользоваться этим. Вот так вот. Ссылку на эту трансляцию, на тайм, вот этот момент, я оставлю в описании. Ну, на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, прожмите лайк, подпишитесь обязательно на канал, подпишитесь на группу ВК, анонсы стримов, все есть в группе ВК. Так что обязательно на нее надо подписаться. Всего хорошего, не болейте, берегите себя, с наступающим вас Новым годом!